Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я открываю вот такой набор шопкинцев. Третья серия. Не минутки без веселой покупки. Вот такой набор с четырьмя шопкинцами. И одна фигурка, сюрприз, внутри. И такие пакетики. Как будто их домики. На обратной стороне показаны всякие шляпки, ограниченные выпуски. И все такое. И какой-то сайт Шопкинс. Ну что ж, давайте открывать этот набор. Так, давайте все аккуратненько достанем. Ой, все посыпалось. Ой, и пакетики. А шопкинцы у нас все разбежались. Так, давайте все достанем. Что у нас в коробке есть? Все-все. Ой, а вот у нас сюрпризик. Что же там сюрприз? Ой, и остались два шопкинца. Зачем же мы их оставили там? Не знаю. Так, вот это мы давайте уберем все. Выставим наших шопкинцев. У них тут, я видела, еще дырочки. Для того надо, чтобы на карандаш там, если вы хотите, на ручку вот так вот ставить. Нацеплять. А вот на ботиночке такого вот нету. А на домике таком пряничном есть. Ну вот, у каждого у них есть свой домик. Это как пакетик такой бирюзовый. И вот что-то тут я вижу маленькое-прималенькое. Ну что же, давайте посмотрим. И что это такое-то маленькое? Ой, какая-то нам попалась колбаска, как паштет. Давайте же посмотрим, что это такое. Тут есть вкладыш. Вот такой сейчас я его разверну. И вот для него тоже сюда. Посмотрим, что это за паштет такой странный. И это у нас как бы, да, паштет, такая белая колбаса. Вот, сейчас я вам покажу. Вот, здесь вот. И это нам попалось редкое, судя по этому кружку. Вот он, беленький такой паштетик, сосиска-паштет. Нам попался такой хороший. Я думала, какая-нибудь морковка. Вот вся огромная коллекция. Очень огромная. Так, ну вот, их можно вот так вот пакетики там вот положить, такие, вот пряничный домик так вот, можно положить ботиночек, вот этот, как пирожное такое, вафельное, не знаю, тоже сюда можно положить, и вот, ну или тортик, я не знаю, там, и вот такой зонтик красивый, давайте положим их, и вот так вот можно их, я не знаю, я еще видела тележечка где-то есть, в каких-то наборах, и можно вот так тележечку поставить и поехать. Вот так вот снимаю, и все упало. Да, вот такие красивые нам попали шопкинсы в коробочках. А еще, если вы смотрели мои видео, у меня была пятая коллекция шопкинсов. Мне попался такой рюкзачок котенок. И в нем был такой скейтборд с изображением песика. Тоже редкий был. Мне он очень понравился. Если вы еще не видели, то смотрите на моем канале видео. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Смотрите мое видео. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока. Пока-пока.